первое, что нужно сделать, упражнение называется разовое очищение. Да? Значит, ты что делаешь? Стоечку на струнном теннисе мы приблизительно уже знаем. Вот. Я тебе вначале покажу, продемонстрирую, как это делается. Вот это вся правая сторона у меня будет поворачиваться. Вес сейчас больше, вес направной. Открытая ракета 90 градусов. Локоть свободен, рука свободная. Второй два. Два идет, вес по-прежнему находится. Большинство веса на правой ноге. Теперь делаем перевод на левую ногу. Правая сторона поворачивается в исходное положение. Возвращаемся в исходное положение. Вот получается у нас 4 раза. Значит, раз, два, три и четыре. Движение заканчивается, начинается с открытой ракеткой, заканчивается с закрытой ракеткой в районе лба. Значит, еще раз. Раз, два, три и четыре. Попробуем вот то, что ты увидел, вот постараюсь повторить то, что получится, хорошо. Значит, сейчас вес на обоих ногах. Я буду корректировать. Значит, раз. Раз, это у нас идет вся правая сторона, она поворачивается. Угу. Вся правая сторона. Вот таким образом. Раз. Угу. Попробуем еще раз. Раз. Хорошо. Хорошо. Значит, поворотим здесь. Прекрасно. Отлично. Вот. Прекрасно. Вот так выглядит. Раз. Да? Теперь делаем два, как будто бы ты дотрагиваешься носочком в лед, который, возможно, провалится. Два. То есть ты делаешь маленький шажок, проверяешь. Проверяю лед. Два. Вес по-прежнему здесь находится. Три. Мы наносим удар, плечо время, правая сторона выпадет в исходное положение. Три. Переводим вес. Прекрасно. И четыре. Возвращаемся в исходное положение. Вот это наше. Возвращается в исходное положение. Ты опять находишься в нейтральной позиции, так называемой. Здорово. Теперь еще раз. Раз. Два. Видишь, перевод вес. Не удержал вес здесь. Три. Переводи вес. И четыре. Возвращайся в исходное положение. Здесь, когда маленькая ошибка, спокойно поворачивай. Да? Чтобы потом спокойно нравиться в исходное положение. Значит, еще раз. Раз. Два. Три. Переводи вес. Застрял. Видишь, как мягко? Три и четыре восходное положение. Еще раз. Раз, два, три, переводи вес. И четыре восходное положение. Теперь я делаю, что корректирую. Раз, поверни вес еще чуть-чуть. Два, затрогиваю, переводи. Три и восходное положение. Значит так, очень важно, чтобы локоть как рулит. Если локоть поднимается, ракетка падает. Локоть уходит в бок, ракетка уходит в бок. Поэтому локоть, он двигается как по рельсам, по ровной линии. Вот это очень важно. Смотри, видишь локоть? Вон, видишь, он туда уходит, в директории. А он идет, смотри, вот здесь поворот сделал. Видишь? И локоть, видишь, он идет по прямой линии. Вот. Прямой линии, вот. Видишь, он как двигается? Он не уходит назад, он только вот двигается вон. Там уже более сложный элемент, это топ, что он идет отсюда, да? Хорошо. Еще раз повторяем раз, два, три, четыре, переходим на раз, два. И ты уже будешь готов играть практически, да? Приготовились? Последний раз делаем. Раз. Я буду смотреть. 90 градусов, еще 90 градусов. 90 градусов, вот так. Еще раз. Раз. Прекрасно. Два. Три. И четыре. Исходное положение. Немножко, видишь, носок зацепил. Да, еще раз попробуем. Ноги чуть пошире. Хорошо. Раз. Два. Видишь, перевод вес. Раз. Два. Три. Опять застрял. И четыре. Одновременно еще раз попробуем еще раз сделать точно, чтобы все получилось сложить. Раз. Два. Три. И четыре. Смелее делаю удар, а свободнее удар. Хорошо. Теперь мы это упражнение превращаем уже в более такую форму, как это будет привлечено в игре. Мы это из этого упражнения делаем переход на раз-два. Мы делаем положение раз, и потом просто делаем, смотри, раз, два, три, я немножко преувеличиваю с переходом, да, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, более в такую понятную, спокойную игру. Положение раз теперь опять, хорошо, о, Я уже там, теперь делаешь. Значит,
Подпрыгиваем, поднимаем ногу. Удар здесь. Потом опять возвращаемся с поворотом. Раз и два. Три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Раз, два. Вес прыжка. Чувствуем, как переходит вес с одной на ноги на другую. И так далеко не выпрыгиваем, просто на месте все теперь делаем. На месте. Раз, два. Четыре. Раз, два. Три, четыре. Свободно, пожалуйста. Раз, два. Свободно. Расслабляем плечо. Руку расслабляем. Раз, два, три, четыре. И видишь, это у нас пауза здесь, да? Раз, и возвращаемся. Два, и возвращаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь, что касается тела. То если это будет такое йогское. Вот, видишь, как свободно тело, да? То есть приблизительно то же самое, вот здесь тело свободное. Так же, как здесь свободно, да? Видишь, свободно, свободно, руки летают. Свободно, вот. И также свободно теперь здесь, вот, свободно. Вот, раз, два, три, стоп. Вот, хорошо. Раз, два. Можешь так сильно не прыгать теперь, просто переводи вес, хочешь, чтобы стоял на месте. Пробуем играть. Пробуем играть. И сюда положение у нас будет раз, да, подходите к центру стола, да. Значит, делаешь теперь раз, мяч ударяется в стол, достигает немножко ручки, и мы думаем, что он так помышляет. Так, дальше, в тот момент, когда он уже падает, и делаешь шаг, да? Приготовились. Положение раз, поближе к столу, поближе к столу, да, он готов. И раз. Думая о мяче, старайся что-то, как будто бы мячик должен сделать, как будто бы подзатыльник. Да? Вот поставь ногу сюда сейчас, поставь. Вот когда сейчас мяч сыграет, бывает набрал ногу вес, и опять можно держать назад. Держи ракет сейчас. Это один из способов, да? Находить возможность так, чтобы движение случилось по полному центру, да? Держи там, держи. И дальше так же с того. Туда же его взял, не поставил. Сделал удар, хорошо. И туда же поставил. Заставь себя это сделать. Еще раз поставил. Еще раз поставил. Большой ключ. Там... Вот так, все одновременно поставить. Давай. Одновременно, еще чище. Приготовились. Одновременно, давай, давай. Приготовились. Что ты такое тело работает? Ничего. Фа, сразу, сразу. Фа. Так. И по свободе. И два.